Всем привет, с вами я, Лена Смирнова, и сегодня я расскажу, как сделать вот такой конверт на свадьбу своими руками. Давайте начнем. Мы берем лист бумаги для акварели формата А4 и отрезаем от него 22,5 см. Далее мы делаем загибы с помощью линейки и ножа. Мы просто кладем линейку на нужное расстояние и проводим легонечко ножом, чтобы у нас были легкие сгибы. Так, мы делаем сгибы на расстоянии 6,5 см, 8,5 см и 7,5 см. Это будет наш конверт. После того, как мы сделали нашу заготовку, мы корректируем длину нашей заготовки. Она будет 17,5 сантиметров. Далее. У нас остался небольшой остаток. Его мы тоже будем использовать. Мы отрезаем 19 сантиметров. И делаем сгибы на расстоянии 6 сантиметров и 8,5 сантиметров. Мы проводим еще на расстоянии 1 мм от того края, где мы уже провели сгиб, еще одну линию, чтобы у нас был вот такой сгиб. То есть это позволит нам сделать так, чтобы эта часть свободно, после того, как мы склеим, свободно перемещалась. Итак, заготовки у нас готовы, теперь приступим к оформлению. Готовим наш фон. Я взяла бумагу, которая имеет одинаковый рисунок, но разные оттенки, с разных сторон. Итак, я вырезаю прямоугольники размером 7 см на 17 и 6 см на 17. Вот у нас будет фон сверху. И внутри я переворачиваю бумагу и сделаю вот такой фон. Далее дыроколом угла я обработаю углы. Так, вот что у нас получается. Уголки я не убираю. Которые у нас остались уголки, мы приклеим на самый угол. Так. И внутри мы обрабатываем угол только с двух сторон наверху. И мы все приклеиваем. Вот смотрите, что у нас получилось. Итак, далее мы берем нашу заготовку. Я обработала края у нее дыроколом. Я уже показывала в одном из своих роликов этот дырокол. Вот таким вот дыроколом. Теперь эту заготовку я склеиваю. И далее мы уже приступаем к оформлению вот этой части открытки. Далее я вырезаю прямоугольник из такой же бумаги размером 8,5 на 4,5 сантиметра. И приклеиваю его на вот эту нашу часть. Далее я буду использовать вот такую ленту атласную и наклею ее по центру. Мы из этой же ленты собираем бантик. Вот такой бантик завязываем. Он будет располагаться у нас вот здесь. Далее мы берем цветы. Бумажные цветочки. Нужно, чтобы один был немного побольше, чем все остальные. Их мы соберем вот так. И далее мы берем, я уже показывала в одном из мастер-классов, вот такие наклейки. И отсюда мы возьмем кольца. Чтобы было понятно, что это у нас свадебная открытка. Теперь мы все это приклеиваем. Далее нам нужно сделать надпись. Мы берем кусочек акварельной бумаги, штемпельные чернила черного цвета и штамп с надписью «Поздравляю». Наносим чернила на штамп и аккуратно отпечатываем. Вот что у нас получилось. Теперь мы вырезаем края фигурными ножницами. Теперь эту надпись мы приклеиваем вот сюда. Итак, вот такой конверт у нас с вами получился. Чтобы его открыть, нам нужно снять вот эту часть и положить туда денежный подарок.
Если вам понравился мой мастер-класс, пожалуйста, поставьте лайк, расскажите друзьям, подписывайтесь на мой канал. Если есть вопросы, обязательно оставляйте их в комментариях. Кроме того, если вас интересует какая-то определенная тема открытки, пожалуйста, оставляйте ее в комментариях, и следующее видео я сделаю по этой теме. Всем спасибо, до новых встреч!